Граждане игроки! Советское правительство поручило мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра угнетатель японского народа, японских рабочих, крестьян и интеллигенции, император Йосиро, без объявления войны напал на нашу страну, атаковал наши границы и подверг артиллерийскому обстрелу Владивосток, Охотск, Мурманск и Ленинград. Советское правительство выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии, флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной и нанесут сокрушительный ответный удар. Пехота советской армии не знает себе равных в мире. Перед вами гордость наших войск, солдаты, вооруженные новейшим оружием великого сына братского сербского народа Николы Теслы. С катушкой Теслы на спине один единственный пехотинец может противостоять танку. Кроме того, наши войска способны к стремительным броскам через территорию противника. Посмотрите, как летят наши пешие соколы! Даже лесные звери и те грудью встали на защиту государства рабочих и крестьян. Вот они, наши славные бурые медведи, надевшие бранный доспех и готовые сражаться под красными знаменами. Бронетанковые войска получили на вооружение танк «Апокалипсис». Он настолько превосходит обычные танки, что способен давить их гусеницами, словно кочаны капусты. Полюбуйтесь картиной справедливого возмездия. Под чутким партийным руководством было разработано новейшее реактивное